Всем привет! Опять мы в Ирарте. Хочу вам показать работу фигуриной Елены. Она родилась в Латвии в 1955 году. Через некоторое время семья переезжает в Ленинград. Елена идет учиться в музыкальную школу по классу гитары. Затем получает профессию инженера, окончив Ленинградский институт авиационного трубостроения. А потом начала писать. В середине 70-х в Москве и Ленинграде проходят крупно открытые выставки. Конечно, это будоражит в то время. Действительно, это было круто. Я сам помню. И многие непрофессиональные художники, работающие инженерами и учителями, начинают участвовать в многочисленном процессе, ощущая свой творческий потенциал. Так было и со мной. Вот как написано в анонсе, точно один в один. Я тоже ни с того ни с сего взял в руку кисть и тушь, начал писать какие-то, рисовать какие-то картинки. Картины уже. Кстати, они и покупались. Я очень неплохо жил одно время, потому что зарабатывал на картинах. Ну ладно, так лирика. Так, Елена Фигурина. Активный участник товарищества экспериментального изобразительного искусства в 1981 году. В 2000 году художница становится членом Академии современного искусства бессмертных, которую организовал и возглавил Феликс Волосенков. Ну, действительно, Елена Фигурина, как вот написано в анонсе, один из петербургских бессмертных художников, чья работа во всем мире является визитной карточкой современного искусства города на Неве. Красивые работы, добрые, она почти не смешивает краски, желтый, синий, красный, обычная палитра. Елена Фигурина пишет не характеры, вот написано в анонсе, а предметы или действия. Она пишет состояние и чувства. Состояние полета, танца, прорезывающих крыльев, пробуждающихся чувств. Чувство одиночества, сопричастности, родства, отчаянной покорности судьбе, готовности к испытанию. Интересная, красивая и добрая работа, как мне показалось. Вот такая выставка, выставка Елены Фигуриной. Она говорит, я не для людей создаю, а для себя. Это мой способ понять, что я здесь делаю вообще. Хотя бы разобраться, что есть кто. Да, действительно, кто есть кто, чем это здесь делаем. Все, всем пока, всем привет, до свидания. На вот этой хорошей оптимистической ноте я заканчиваю вам показывать выставку Елены Фигуриной. Все, всем пока, всем привет, до свидания.